Да, пока держусь. Отсюда к тебе не попасть. Спуститься можешь? Да, вроде да. Ладно, встретимся у дороги. Иди к бальному залу. Хорошо, я понял. Ладно, я почти в бальном зале. Нейт, меня прижали! Нужна помощь! Я иду, сэр. Лечу! Посети тупой колда! Зала, есть фонтан. Что у вас там? Ясно. Пошли.
У нас мало времени. Держись, я почти на месте. Красиво. Уже почти. У тебя там что, катафалк? Быстрее! Душу ждут муки ада. Ну, Рейв подошел к делу серьезно. Они все скучковались вокруг собора, это хорошо. Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении. Салли. Да? Слушай, путь свободен. Ну, давайте. Удачной охоты. С нами не пойдешь? Ну, нет. Разве что у вас там есть эскалатор. Ладно, тогда до скорого. Нейт? Да. Ты только вернись не с пустыми руками. Договорились. Ну, почтим память капитана Эвери. Шотландский собор. Странное местечко для сокровищ. Да нет. Когда Эвери сюда явился, собор был уже заброшен. Наверное. К тому же за ним все охотились оттуда. Можно хорошо спрятаться. Так что случилось между тобой и Рей? Достал он меня. А я его и того сильнее. Я горевал о тебе. Он бесился, что мы не нашли сокровища. В общем, короче, к тому моменту, как я свалил, он был готов меня убить. Должно выдержать. О, это мысль.
Это еще что? Снаряга для раскопок. Наемники? Что? Смотри. Я думал, они только у собора. Пригнись! Ладно, закончили. Да. Я рад вас видеть, ребята. Похоже, они нас ждали. И похоже, они начали поиски снаружи. Нужно скорее добраться до кладбища. Именно. Вы пробовали искать за пределами собора? Ну да, немного. Но территория такая большая. Это бесполезно, если не знать, где искать. Что это за место? Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. О да, вот это расположение. Вещички наемников. Ну, хоть самих наемников нет. Так, орел или решка? Класс. Динамит. Осторожней с этой хренью. Я открыл дверь. Это было очень громко. Надеюсь, нас не слышали. Ну, может, за другими взрывами не заметят. Эй, можно подняться по крыше. Высоко, не подсадишь. Найдем на что забраться. Да. А ты разбираешься. За свою жизнь я много чего взрывал. Эй, можем вот по этой штуке забраться. Я тебя найду! Ты его уложил!
легко не сдаются. Быть и хуже. Да. Уходим, пока никто не нагрянул. Ну, пошли. Есть. Осторожно. Зацеплюсь. Эй, как? Я цел. Со мной. Есть! Осторожно! Зацеплюсь. Думаешь, ты так сможешь? Чего? Я же сам тебя научил. Ну, тогда попробуй. Вот видишь? Неуклюже.
Вон там лестница, но до нее не долезть. Держись, я сейчас. Подсади. Давай я подтяну тебя. Так, монашеские кельи. До них всего пара прыжков. А, только не сглазь. Поехали. Зад ободрал. Даже весело. За их устранение будет по двойной такси платить. Главное – деньги. Подло. Бывает и хуже. Пойду отолью, пока ты обучаешь нашего новобранца. И что дальше? Он подавил мятеж? С нашей помощью все обошлось. Но как только кончились деньги, у нас не осталось причин участвовать в заварушке. А генерал? Не продержался и ночи. Ну вы подлые. Как говорит Надин, это просто бизнес. Я за движуху. Сейчас бы какой вооруженный мятеж. Говори. Молодец. Твой будет левый, мой правый. Нас так просто не возьмешь. Продолжаем в том же духе. Готово к визиту Толстосума. Что-то они не торопят. Босс хочет результатов, причем вчера. Что-нибудь нашли? Слышал, они что-то раскопали, но подробностей не знаю. Что это? Они здесь! Нас заметили! Снимите с него!
попались? Наверняка кто-нибудь услышал. Валить надо, быстро. Прямо за стенами. Нет, туда я прыгать не буду. Ищем обходной путь. Ладно, идем дальше. Вот это пейзаж. Отдышись. Там опять спуск. Тут поопасней будет. Ну, выбираем. Воу-воу-воу-воу-воу! Вот черт! Ладно. Смог он, смогу и я.
Круче, чем с моста на тросе. А ты что, когда-нибудь пробовал? Ну, я уверен, что это круче. А, так вот чем ты все эти годы занимался. Скакал по развалинам? Ну, еще по мне стреляли. Меня взрывали, били, пинали. Ладно, ладно, я понял. Резали, травили. Смогу и я. Круче, чем смотри. А ты что, когда-нибудь пробовал? Нет, но я уверен, что это круче.